Так, а дверь что, закрыта? А! Мама! Прощайте! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Dark Dragon, Васаби, пацанчики, поздравайтесь! Всем привет! Вечер добрый! Сегодня мы играем Roblox, полноценная сюжетка Puppy Playtime. Если опять кушать пират аппетита, у нас прохождение классной игрушки. Погнали! Нажимай. Желтый, зеленый, да? Молодец. Да. А, смотри, Дима, красный, синий, желтый, зеленый. Почему так? Потому что это поезд. Нет, неправильно. А тогда зеленый, желтый, синий, красный. Открылось, все. Я вас жду. У меня здесь это черный. Надо найти кассету. Ищем кассету. Есть? Пошли. О, я нашу, я взял перчатки. У меня тоже. О, отлично. Кстати, в руках перчатка обычно выглядит огородная. Да. Так, включите питание. Идем питание включать. Так прикольно все выглядит. Послушай на кью, нажми, Дим. Дим, я открыл дверь. Как тебе звуки? Так, идем. Так, у меня есть даже бег. Дима, ты где? Я а где ты? Где ты? Мы потерялись. А я там, надо пройти через балки вот эти коробки. Вот, да? Тут. Во-во-во, вот. Дима. А, все, я вспомнил. Открыли. Хаги-ваги. Блин, вроде ж недавно проходил. Не, ну уже месяца 2-3 прошло. Привет. Надо вторую часть пройти. Если этот ролик наберет 3000 лайков, то мы сразу запишем вторую часть, потому что есть вторая часть, но в Роблоксе полноценно на троих, конечно же. Угу. Так, что здесь? Ключи надо тут, да, должны вверху? Мне нужно найти ключи. У Поппи. В Поппи. Поппи, Плейтан. Открыли. Пошли. Так, пошлите, повар. Ой. А фонарика нету, да, у нас? Нету. Пока что нету. Подождите. Не спешите, не здесь? Спешите. Все. О! Ну, я же вам говорю, а вы меня не слушаете. Нам для троих надо сделать, Дима, чё одному? Ой, хаги-ваги ушел. Чё, все готово? Да. Идем. Тут хаги-ваги нет. О, да, ушел уже. Чупапи муняню исчез. Чупапи муняню? Да, еще. А, это не сюда. У нас нет красных рук, вот сюда идем. Идем. Молодец, открыл. Интересно, как здесь будет выглядеть эта хаги-ваги? Привет. Вот, рука была здесь. Да-да-да, я видел. А вот. Она разве не в другой двери должна быть? Ух ты. Ой, медь. Классно сделано, очень атмосферненько. Почему я первый? Дим, вы только не падаете с обрыва, если вы умрете, то все. Хорошо. Скажите, как для Роблокса хороший графон? Да, кстати, красиво очень. Да, освещение. Хорошо постарались, прям вообще на ура. Я думаю, что мы сейчас за раз рука. И пройдем. Сейчас быстро. А, теперь надо квадратики искать. Ищем как квадратики. Там, где-то ищем квадратики, где-то... да, я помню, я вспомнил. Где-то хаги-ваги должен был вылазить здесь. А, он должен был где-то либо вот в этой синей, но он уже ушел. Так, один нашел. Я тоже один нашел. Красный есть, вон зеленый вижу. Я желтый нашел. Я слепой, кажется, пока нифига не вижу. Так, еще нашел. А нашел желтый. Два нашел. Желтый я уже нашел. А, ну все, да, получается, мы все нашли сразу. Теперь наверх. Теперь наверх, открывать двери. Это какое-то фуфло, оно не открывается. Это фуфло, говоришь? А может, чтобы не ставили ключи? А как ключи вставить, если он наверх поднять? Батарея, вот. Тут метка для руки. А, так? Ладно, они это не продумали. Понял. Не дурак. Вставляйте свои батарейки сюда. Сейчас. А, я ставил. Сейчас, стойте, я же... Вы что, оба желтый блок нашли? Да, я нашел. Я тоже нашел. Я нашел. Умно. А что еще? Поменять батарею не работает. Что-то еще, да, не нашли мы? Я нашел красный. Так, давай. Мое. Ты красный нашел? Я забрал уже. Я тоже забрал. Так, пошел. А, у каждого свое, я понял. Понял всю суть. Да ладно. А, надо полноценно пройти, да, каждому? Да. Где тогда зеленый с синим? Офигеть, придумали. Мне нравится. Нашел.
Нашел зеленый. Ой, блин, ты украл. А где синий? Найти все 4 батареи. Дайте руку. А что она, как ее держит? Не знаю. Это робот. Прикольно работает. Драга, значит, на тебя ее сейчас уронит. Так, красная. Мусор. Эти игрушки, сам ты мусор. Блин, вообще тут Frostbite Engine 4 Turbo X графика. Тебя держит. Пацаны, подождите, чего вы так быстро бежите? Так, тут немного, я фонарик. Нема фонарика, нету. Как о, вообще проходить? Спидран же, да? Сила на, о, сила на машина. Сделать, друзья, нужна сила. А ну, чё я ничего спасибо. Не вижу? Сейчас ты будешь. А, фух. Привет. Я ж испугался, где я оказался. Ну тут хоть посветлее, да, чуть-чуть? Что, мы прошли, да? Нет. Куда шестеренку вставлять? Сделай, друзья. Так, я понял. Вверху. F. О, я что-то нажимаю. О, отлично, я сделал что-то. Мне нужна игрушка. Ищем игрушку, пацаны. Ее не надо искать, ее надо. Подожди, я включаю. Я тоже. Надо игрушку вставить, чтобы полностью запустился механизм. Где-то игрушка. Игрушку надо сделать, Дима, ты что, все забыл? Не, а, да. Так, сейчас как запустить? Блин, ну вот в оригинале-то не все так было, и все немножко изменено. Ну, смысл тот же, потому что если бы они делали в точь-точь, авторское право было бы, правильно? Все, я запустил. Молодец, движ пошел. Все заработало, все зашумело. Классно, что красиво. Эту игру можно играть в мультиплеере, знаете, даже вот если пусть это Roblox, но все равно классно. Не так страшно. Так, где игрушка едет? Я уже не вижу ее. Она едет. Где она должна появиться? Вот, они едут, смотри. А, вот, какие-то блоки непонятные. Это время, точно. Так. Сейчас из этих блоков игрушка, да, будет? Вот тут выйдет, наверное. Да. И вот тут мы ее должны будем взять. Ждем. Звуки приятные. Угу. Смотри, как я могу. Дим, давай ты первый пойдешь. Смотри. Да, я пойду первый. Да, иди первый. Так, где игрушка? Есть, игрушка вот. Есть. На Е. Отлично. Так. Вставляем. Так, сейчас должна быть эта игрушка. Так, ты сбиваешь все, не мешай. Так, сейчас должна открыться дверь. Иди побежали. Первый, давай. Я иду. Вот сейчас выйдет игру. Вот она. Умер. Сразу, иди. Да? Моментальная смерть. Да. Идет. Ребят, давайте хоть рассмотрим ее. Ой, прикольный чилипиздрик. Кстати, я мигаю какое-то время определенное, для того, чтобы не сразу твою умирать. Меч. Че, пацаны, получается? Офигеть. Ох ты, жопа. Это тупик? Ё-моё, это тупик. Прощайте. Надо было направо идти. Прикольно, мне понравилось, что вы не угадали. Спасибо. Так, а где игрушка эта? А я забаговал, скажи. Да, это печально. А я иду. Я тоже иду. Так, направо в этот раз мы идем. Я испугался. Так, а дверь что, закрыта? А! Мама! Прощайте! Ты умер? Да. Погнали еще раз. Ну что ж, по-любому пройдем. Я помню, оригинал прошел вроде со второго или третьего раза. Ну всего лишь. Ну там немножко страшнее, там музыка, и прям знаешь, ты там бежишь. Прям как очень пройти странно. Сейчас, подождите, если он там будет. А как мне пройти, если он там у меня? Не сейчас знаю. Все, я дошел до конца. А да? Что мне делать? Ай, появился этот чилипиздрик, за мной бежит. А где? А что его не на него коробку нельзя скидывать? Блин, я проиграл опять. Я иду до конца. Я же остался еще. Вот. Драгон, идем. Идем. Блин, стрёмно, очень стрёмно. А-а-а, Дима. Он сзади? Да потому что, да. А нема ничего здесь, что? Я а там бегу. Надо идти, я дошел до конца. Да? А мы нет. Я бегу еще. Так, и я бегу. Я, наверное, не а туда бегу. А! Ё-моё, он меня встретил. Тоже убил?
Мама, он за мной, прям сзади. Так, ладно, побежали еще раз. Блин, перед глазами муляжит эта штука. Секунд 20, наверное, чтобы я не мог умирать. Если он меня сейчас опять тут встретит, это будет прикол. Фух, это ты, я испугался. Пошли, уже. Пошли. Я испугался, но опять этот чилипиздрик пришел. Вот не пугайте меня. Это класс. Я говорю правило, левой стороны держись всегда раб. Меня убили. Кто? Каким? Он пошел туда, где надо было. Пока, Дим. Пока, мама. О, нет, все нормально. А куда? Меня убили. Все, правильно, мы идем. Да, давай, я иду за тобой. Я тебе скажу, он за тобой был, как раз этот. Да ты хоть не пугай меня, я его боюсь. Да он за тебя был, в прямом смысле. Да хорош, мужик. Все, побежали. Все, отлично. Так это уже, считай, концовка же. Да. Его нету? Нету. Нет. Отлично, отлично. Значит, без тебя пойдем. Спасибо. О, все, я прыгаю вниз. Так, мы правильно идем? Куда мы идем? Направо. Снимай его нигде, этого челепиздрика. Да он за этим гонится. А я его нигде не вижу. Он как-то странно бегает. Ну блин, он меня встречал прям в темноте. Ой, я его видел. Так. Где конец? Отлично. Я почти добежал. Все, мы прошли. Все, я добежал. Мы ждем тебя здесь. Тем временем мы не ждем. Спасибо за поддержку, я вас ждал-то. Мы тоже тебя ждем. Прикольно все сделал. Классно, да? Все как в оригинале, только по-роблоксовски. Так, ну что? Давай. Open the door. Open the door. Давайте. Я бегу. О. Отлично. Так. Я уже в цветок вхожу, подожди. Сейчас кукла эта должна ожить и по морде нам дать. Не? О, озвучка ездишь. У меня ничего не слышно. А у меня озвучка была только что. Так, и что, мы прошли? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще. It's delicious.